Дорогие друзья, с вами снова Дмитрий Каждан. Сегодня я хочу поговорить с вами о легендарных расческах 339 серии компании US Park. Также часто мне задают вопросы, в чем отличие вот, собственно, нашей оранжевой расчески, вот такой, да, вот такой желтой, да, расчески, вот такой голубой и золотой, от, собственно, вот таких вот расчесок других цветов, да, почему они такие же дорогие, да, которые мы вот иногда видим, продаются, через меня продаются или через других людей. Ребят, я вам скажу так, значит, это тот же самые расчески, которые продаются в Англии, да, в Академии Сосун, и также они запатентованные цвета Академии Сосун. Какой-то разницы по качеству, да, никакой вы не увидите. Это все тот же самый завод, тот же самый пластик, который используется при строительстве шаттлов, да. А также он гнется, вот видите, хорошо гнется, и тут также все гнется, да. А те же самые дырочки здесь, да, тот же самый поломанный зуб, который позволяет нам хорошо расчесывать, вычесывать и делать идеальные проборы, да. Вот, все то же самое, вы получаете только эксклюзивные цвета, вот такие, да, только привезенные с Лондона, которые куплены в Лондоне, да, в Академии за фунты стерлингов, да, поэтому курс, как вы знаете, фунта выше, отсюда и цена также выше. Вот, если же вы не хотите переплачивать за вот этот эксклюзив, да, за вот эти цвета, если они вам так таковые не нужны, да, вы можете купить вот обычные такие цвета, вот розовый вот у меня, белый, фиолетовый, вот такой вот цвет, да, вот если вот это вы видите, да, то есть еще другие оттенки. Эти цвета стоят намного дешевле, да, чем вот этот некий эксклюзив. Вот. Еще хочу вам сказать такую вещь. В последнее время очень много появилось подделок данных расчесок. В частности, вот 339, хорошо их подделывают. Значит, в чем отличие подделки? Да? Допустим, белый цвет у них очень достаточно белый, белый, белый. Если вот сейчас вы посмотрите внимательно, это такой цвет более кремовый. Он не такой не ядерно-белый, не прям не перегидрольный белый. Вот, это первое отличие, то есть оригинальная расческа, она должна быть именно вот такая вот кремовая, если вы видите, да. А затем у копии там нет вот этого мальчика с глобусом, это тоже черта подделок. Ну, на каких-то бывает подделках хороших, да, там они уже и мальчика научились этого делать. Вот, значит, потом вот эта сама фирменная вот эта этикетка, она у них немножко прозрачная, бывает прозрачная, бывает темно-синяя. Вот, это также признак того, что это подделка. На российском рынке только компания Гинка может официально продавать расчески компании US Park, да. Вот, все остальные это также могут продавать магазины, это наши партнеры в разных регионах присутствуют они, да, но, как правило, товар, ассортимент у них крайне маленький, потому что все-таки US Park достаточно дорогой инструмент, да, и его крайне редко кто заказывает. Если же вы хотите какой-то получить какие-то расчески, в частности 339, допустим, или какие-то другие, там вот 335 расчески, да, пишите мне в комментарии в наших группах, а лучше пишите мне в личку, я вам с радостью расскажу, покажу, фотографии выложу вот вживую, если вам интересно будет, а то картинки это одно, а вживую, естественно, это другое. Будут вопросы?